Стой. Чуся, я не местный, я езжу. Ты не местник, а вы стоите мусора, вы по рации все не местные. Разворачивайтесь лучше, бо не проедете. Тайчика развернули. Там, я уже заблудился, я не знаю, как выехать. Все, сегодня тема видеоролика будет такова. Будем разворачивать фуры, которые ездят по дороге, там где нельзя, под знаком проезжают, что фурам, тяжелому транспорту проезд запрещен. Они ездят нагло, на дурачка. Возможно и нет, возможно кто-то действительно и не видел, не знает, там такое. Всякое быть может, я не осуждаю, конечно, но все-таки сегодня будем контролировать этот вопрос. Я думаю, за один день у нас это не обойдется, но видео будет одно, как бы. Поэтому сейчас я вам покажу эту дорогу, часть, покажу знак, откуда они все едут. Вот, в принципе, отсюда выезжают, с этой стороны сюда. Также сейчас увидите знак, все продемонстрирую, как есть. Вот видите знак. Вот наши фуры, которые разгружаются, загружаются. Здесь в основном загружаются. Вот пошел знак. И тут участок сделанной дороги у нас. Вот он. И вот здесь они прут через центр, там на выезд, на Кременчук, кому куда ехать, конечно. Здесь стоит знак. Бабуля стоит, наверное, хочет перейти дорогу. Отлично. И, короче, они все тулят по вот этой хорошей дороге. Ну, здесь водоканал, как всегда, что-то перерыл, обломал. А сделать назад не делают. Ну, это же дело такое, как обычно, ничего не меняется. И вот они по вот этой дорожке шуруют. Мы здесь год почти добивались того, чтобы все-таки дорога сохранялась максимально долго. Потому что летом здесь много, как бы, асфальт нагретый, все дела. И очень легко повредить перегруженными, это даже не перегруженными фурами. Это просто, ну, как бы, очень тонкий слой, поэтому асфальт нужно беречь. Поэтому мы этим занимаемся, не только я, много кто, инициатор, может быть, кто угодно, разворачивает фуры. Будем контролировать сегодня этот вопрос. Специально. Посмотрим, сколько у нас ездят, сколько не ездят. И так далее. Сколько у нас нарушителей будет? Я скажу так, замажу номера тем, кто послушаются достойно, развернутся, поедут в обраточку. Те, которые офигевшие, естественно, не замажу. Ну и пускай их щинят. Вот и все. Все будет просто. Просто и понятно. Поэтому мы сейчас заедем сюда. И станем где-то здесь красиво на площадочку. Или прямо здесь на дороге и станем. Вот тут. Вот тут хорошее место, видно все. Ну тут и будем стоять. Дежурить. Чи с этой стороны, чи с той. Ну хотя тут уже чутка. Короче, будем бдить. Будем бдить, когда шо. Ждем. 1 hour later and nothing. Not a single truck. Vida forever. Every way deep. Что-то там. Like a song. Let forever. Та-ри-та-ри-та. Every way deep. Far-wa. Просто стоишь где-то, кофеек пьешь, так и есть. Это ужас какой-то, я прям не знаю. Зацените мой битбокс. Бля. Ну что, ребята, я уже тут 2 часа простоял, никого нету, ни одного грузовичка. Блин, а есть-то хочется после тренировочки. Поэтому поеду-ка я в центр, перекушу, и там место, в принципе, тоже неплохое для обзорчика. Поэтому как-то так пока. Как
как на рыбалке. Это вообще, уже за 3 часа ни одной, блин, ни одного грузовичка. Это ужас. Я ненавижу рыбалку. И реально, я испытываю такие ощущения. Это вообще жесть. Жесть, как она есть. А ну-ка, стой. Стой, стой, стой. Постой, чтоб не уехал. Там знак есть, что вы проехали на... Я уже тут окручусь, я не местный, я не... Вы заезжали, светофор проезжали? Да. Вот надо было на светофоре налево. Так стоит тоже, нельзя налево. Ну, вы сейчас можете выехать, пока там полиции нету. Не, я понял, но я уже кручусь, а тут и не надо... Ну вам вообще куда, на Кременчуг или куда? А мне, короче, возле песчаного, там управление газа. Ну тогда лучше по дамбе. Вам опять надо выехать назад на дамбу, направо, на Градиск. И на заправке направо поворачивайте. Я не местный, я не знаю. Ну дивиться, я вам кажу, вы выезжаете на дамбу. Сюда, а? Сюда, десь, через 6 километров. Ну тут нельзя, к сожалению. К сожалению, нельзя. Я... И тут дорога, асфальт положили, долго люди выбивали. Не для грузовиков. Я ж не груженный, ты спать сколько колес. Да я понимаю, но все равно нельзя, к сожалению. Я уже кручусь, а тут показать, повернуть грузовые. Я могу вам показать на карте, есть навигатор? Как вам проехать? Что грузовые, что цей ведут все сюда. Не, ну тут нельзя, вы же бачили знак? Бачим, ну я уже не могу тут крутануть. Я кажу, давайте я вам покажу, как. Вы можете, я вам сейчас покажу, куда, даже проконтролирую, чтобы вы проехали, развернулись. Без вариантов. Я уже задолбался, тут честно. Я верю, но... Я на загрузку не успеваю. Кременчуг тоже. Раньше ездили через Кременчуг, сейчас мост там тоже поставили. Может, даже специально так сделано, кто его знает. Давайте я вам покажу-то и все, просто. Вам сейчас надо просто назад выехать, проехать речку, выехать на дамбу и повернуть направо. Поняли как? Ну вы сюда спустились с дамбы? Ну, да. Вот, вам надо вернуться на дамбу. Сейчас вы поднимаетесь на нее, вам направо. Поворачиваете направо, доезжаете до заправки. Там будет заправка, как она называется, забыл. Ну, короче, вам надо на той заправке направо, и вы едете на Кременчуг, как раз через песчаное, через все это. Вот так вы можете вернуться туда. А по дамбе так, а что? По дамбе, да, вы едете направо, едете все время по прямой, упираетесь в заправку. Там будет поворот налево и направо, вам направо. В сторону Киева. Да, да, да. К сожалению, нельзя. Я вам могу помочь. Может, я вам могу помочь проконтролировать, чтобы вы заехали, сейчас развернулись. Как направо можете, так налево. Ну лучше направо, наверное. Мне лучше тут не крутиться. Мне лучше на, ну, там новая дорога, я крутился. Лучше на ней. Блин, ну... Если что, маленький свой асфальт, я сейчас туда буду ломать по 90 градусов, наоборот, все хуже это не сделаю. Я честно это и кажу. Мне... Не, ну, по крайней мере, вы сейчас пустой, и, слава богу, не лето. Если бы это было лето, то да, лучше уже не разворачиваться, бо раскручат его. Я же понял, на месте будет крутиться сейчас. Ну, куда будете заезжать? Налево или направо? Задом. Асфальт, что осталось, уже дай проскочить. Честно, не могу. Не то, что только я. Тут вот сейчас один, второй, десятый. Вас сейчас еще 10 человек будет останавливать. Я понял, я серьезно. Я просто вам скажу, как есть. Я сейчас скажу, хорошо. Они не местные. Когда стоят мусора, в операции все не местные. Нет, а... Стоять мусора, ну... Не, я по-хорошему. Асфальт там уже репнул. Вот асфальт. Давай назад. Я работаю на государственном предприятии. Дивиться, я вам ничего не кажу, не имею против. По-хорошему, лучше давайте... Потому что я сейчас отойду... И все найдется 10 человек. Просто. Понял. Нет, ну просто я сейчас вам еще... Не, так вы будете куда? Вправо, влево? Помочь?
Я за первого только зловил. Вчера таки не словил до вечера. Понял? Отож, а чого ти не пишеш, ебать? Хоч би на телефон так став писав, та скинув би мені, я б тебе відмітив там. Сказав, от ще добрі люди є, бля, інстаграм, вся хуйня, бля. І все. Бо ти що, бля, це така херня. Ти ж зразу стань спереді. Ну от добрі желателі вже останавливають. Здрасте, разворачивайтесь лучше, бо не проедете. Ну, сдайте назад, можете во двор сюда, чи сюда. А, ну все, молодец, понимает, понимающий. Вот хорошо, что есть добрые люди тоже, не безразличные. Их тут полно, в принципе. Но бывают зайцы проскакивают, конечно. Поэтому молодец, молодец. Ви знак там бачили? Братан, я вже заблудився, я не знаю, як приїхати. Вам куди треба приїхати, я вам розкажу, куди? Ну, вийти на дамбу, об'їхати до Кременчук. Ну, от на світло вошу, я вже не знаю. Вам на світло, ну, ладно. Ви можете здати назад і... Як я здам? Здайте просто назад, поверніте сюди, направо. Здаєте, направо, виїжджаєте до церкви, поїдете прямо до дамби. Тільки не по цій дорозі, там можете. Нет, тут нельзя, вы же под знак проехали, что там, здесь нельзя. Здесь дорога вот такая, вот таким слоем. Вы хоть груженый, хоть не, она продавится и все. Просто сдайте назад, поверните сюда направо, и еще и налево выезжаете, вы едете через церковь. По главной, до перекрестка доедете направо, и дальше вы уже выедете на дамбу. Я понимаю, ну нельзя тут. Сдайте, пожалуйста, назад. Ну все, без вопросов вообще. Какие вопросы? Вот когда лояльно относятся, то почему нет? Есть, конечно, зайчики тут проскакивают, бля, веселые. Есть веселые, веселые, конечно. Но у нас тут понимающие люди. Но не только мы занимаемся этим, вон еще люди в центре остановили ребятишек, так что поедут назад. Вот и все, и поехал, поехал зайчик, хотел проскочить, вот так вот с каждым. Вот у нас зайчик один проскочил, прозевали, так там его остановили, сейчас поедет назад. Зайчика развернули, Ида, смотри, там пытался договориться что-то, бедняга. Ничего, поздает назад, поучатся ездить. А вы там... А вы что там знак не видели? Мужик, ну вы же знаете, что тут проезжать нельзя. Чего вы ездите, блядь? А, ну ладно. Езжай. Скажи, дорог не знает. Вот эти такие вот бедолаги, блядь. Оп, вообще без вариантов. Что за номера? Да не, стой, назад. Назад, назад. Тут нема. Вы что, вы не видели, что вы под знак поехали или что? Объезжайте, на дамбу выезжайте, как хотите. Но по этой дороге нельзя ехать. Подскажи, вы видели там светофор, когда проезжали? Вы загрузились где-то ж тут же, наверное? Вот. Не, мы не тут не грузились. А где вы? Подивіться, вертаєтесь назад, їдете по главной, проїжджаєте світофор, проїжджаєте переїзд, виїжджаєте на дамбу і направо ви на Кременчук, куди вам треба їхати, ви доїжджаєте, аж біло. Но по цій дорозі вона отакенька, і ви зараз всі гружені, не гружені. Просто отам, де світофора, поверне і поїде отак по цій
Не, ну це щоб в ідеалі. Смотри, перед знаком переулок на левому. Да. Да, вот тут туда как не, вот тут? Не-не-не, тут вы не проїдете, там села. Вертайтесь назад, просто їдьте вдоль завода. Слева, справа заводи, проїжджаєте, виїжджаєте. Либо же можете на світофорі направо повернути, коли доїдете, либо в кінці аж дамби. Можете на світофорі, але ви об'їдете кружок і виїдете отам через 100 метрів, повернете наліво. Кружок це який кружок? Невеликий. Ось я ж кажу, вертайтесь назад, доїжджаєте до світофора. Та який світофор? А тут перед знаком наліво. Так тут села, ви не проїдете. Ну а чого навігатор куди їхати? Ну дивіться, я вам кажу, вертаєтесь назад, їдете по прямой, все время нікуди не поворачуєте. Ви приїжджаєте до заправки, їдете вправіє, берете по заводам. По заводу. Вот. І їдете до світофора, ви його побачите, він там один. І на світофорі направо. І їдете все время по главной, ви отам і виїдете, поїдете на Кремінчук, куди вам треба. Ви їдете до дамби, назад? Ні, до дамби, то ви виїдете до дамби. Вам назад, но до світофора. На світофорі направо. І їдете по главной, ви виїдете отам. До світофора доїхали і всі направо. І ви їдете прямо. Де мені розвертати? А? Де мені розвертати? Ну, здавайте назад, либо во двори сюди, либо туди. Там вон три машини з вами. Так сюда, хлопчики. Мужики понятливые, все поняли, в принципе, нормально объяснил дорогу, видать, может, не знают все-таки, красавчики. Еще один зайчик едет под знак. Сейчас посмотрим. Добрый вечер. А там знак. Вы под знак проехали. Где фура? Ну там типа фура стоит, знак фура. А, ну вы, ну, знаете, как поехать до этого, до светофора? Направо. И вы так само объедете, выйдете туда же. Все, спасибо. Можете... Хотя... Может туда же. Ох. Мне назад хочу сдать туда. Опора я назвал, да? Да, да, да. Вот, нормально зайчик развернулся. Вот, короче, как-то так. Записали мы с вами контент. Я как бы ничего не имею против грузовичков, но, извините меня, мы эту дорогу выбивали, жители долго боролись за то, чтобы ее тут положили, положили. Здесь асфальт очень тонкий, явно не для грузовиков, особенно летом. Вы тут перегруженные катаетесь, тем более под знак там и так далее, и так далее. И то, что там я не соблюдаю ПДД, если вы так считаете, это сугубо мое мнение, я асфальт не порчу. Поэтому вот как-то так. Все ваше недовольствие, это ваше недовольствие. Ни больше, ни меньше. Наше право отстаивать, защищать здесь дорогу. Мы ее будем защищать и отстаивать. От вас подписка, лайк, комментарий. Делимся видео с друзьями, близкими, знакомыми. И дальше больше. Скоро увидимся.